Переходим, дорогие друзья, к следующему участнику. Это у нас тоже проект. Проект называется DAO. DAO, да, с песней «Крым». Музыка и стихи Владимир Козлов в соавторстве с Андреем Мажара и Сергеем Николаенко. Проект DAO, город Могилев, Республика Беларусь. Вот о ком я говорил, что у нас теперь и Беларусь принимает участие в нашем конкурсе и проекте, и что расширили нашу географию нашего конкурса и проекта. Итак, проект DAO, город Могилев, Республика Беларусь. Как инструментальная композиция она была записана еще в 2006 году, а вот идея добавить текст возникла почти сразу, но только немножечко позже, в 2015-м, удалось ее реализовать. Вокал Валерия Мороз. Песня не содержит политических подтекстов, отсылок и всяких всевозможных намеков. Казалось бы, да, где Беларусь, а где Крым? Так вот, в чем связь, мы как раз и услышим в этой композиции. Итак, дорогие друзья, композиции Lancelot.be – это первоначальное название проекта, который сейчас в то время носил название группы, а сегодня этот проект под названием DAO. «Разговор со звездой» – она представлена на диске под названием «100 городов мира.Могилев». Ну и еще также она попадается вот как раз в «Мариуни и космос», тем самым «Мариуни», с которым судился Филипп Киркоров. Вот она как раз, она и еще несколько занимают место на данном диске, о чем вы можете найти, увидеть и послушать на самом YouTube-канале проекта DAO. Итак, Могилев, проект DAO, песня «Крым».
Проект DAO «Город Могилев» с песней «Крым». Вот такая вот замечательная морская летняя композиция о Крыме. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо, город Могилев. Спасибо проекту DAO. Ждем с новыми песнями. То ли в рамках конкурса, то ли в рамках проекта «Твой шанс» на радио «Шансон Плюс». Как я уже говорил в начале, что конкурс только-только стартовал 18 января. Сегодня у нас пока что только 8 февраля. Конкурс и проект будут проходить до 31 июля. И каждый вторник и четверг. Ну, там уже будем смотреть по количеству участников и песен. Будем смотреть, если их будет продолжаться так же много, как и сейчас, то, конечно, мы будем по вторникам и четвергам представлять эфиры. Ну, а если... Ну, в общем, дай бог, чтобы было как можно больше. Как можно больше. Так что следите за афишами. Следите за эфирами как на нашем официальном сайте radioshansonplus.com, так и во всех группах радио